Доброе утро, меня зовут Сергей Прокопец, и сегодня мы с вами сделаем безалкогольный коктейль Shirley Temple Лимонад. Для его приготовления нам понадобится гранатовый сироп, который очень просто сделать. Смешать равные части гранатового сока и сахара. Все это нагреть в кастрюле, охладить, и у нас готов вкусный гранатовый сироп. Итак, мы приготовили гранатовый сироп, охлаждаем наш бокал и выжимаем сок половины лайма. Цитрусовые с утра очень-очень полезны. Конечно же, нам не обойтись без апельсина. Также половину. Можно использовать такой простой способ выжимания, как ножом. Добавим лимонад. Слегка перемешаем. Добавим наш гранатовый сироп. Цвет не такой красный, как ожидалось. Это все из-за того, что не используется краситель, а только натуральные ингредиенты. И украшаем, добавляем внутрь зерна граната. И украшаем земляникой. И, конечно же, цедрой апельсина, с которой мы ароматизируем наш коктейль. Итак, коктейль Shirley Temple Лимонад готов. Коктейль сделан в честь актрисы Голливуда, которая уже в очень малом возрасте добилась успеха. И, конечно же, коктейль безалкогольный, потому что она очень любила такие вариации гренадина, имбирного эля и лимонада.